В Бейнеузский гарнизон пригласили семьи военнослужащих. Участников мероприятия ознакомились с особенностями воинской службы. Разъяснили важность исполнения долга перед Отечеством. Также были затронуты вопросы повседневного быта и проживания воинов. Гости войсковой части 99-116 побывали на полигоне Бекет-Ата, осмотрели палаточный городок. Им представили эпизоды из военной подготовки. Также состоялась торжественная церемония награждения защитников Родины. Мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной силами бойцов. Сегодня мы лично убедились в том, что учения на территории войсковой части 99-116 проходят на высшем уровне. Мы прибыли сюда с семьей и насладились прекрасным концертом. Я желаю всем военнослужащим успехов.